Здравствуйте. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 247 пожаров на площади почти 117 тысяч га. В аналогичном периоде прошлого года было 835 пожаров на площади 886 тысяч га. Обнаружено за сутки 26 пожаров. Действует на сегодняшнюю дату 52 пожара. Действует на площади более 40 тысяч га. Тушится на текущую дату 18 пожаров на площади около 15 тысяч га. Из них локализовано 3 пожара. Работает на пожарах 536 человек. Работает техника в количестве 19 единиц. Локализовано пожаров 12. Указом главы Республики Саха-Якутия введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, а также действует особый противопожарный режим. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» в связи с отсутствием ресурсных облаков последние сутки не работал. За сутки также в лесопожарных мероприятиях участвовали вертолеты. Они занимались перебрасыванием сил и средств на пожарах.